Всем привет, легендарные внучата, вы находитесь на канале Бабка Шоу, и сегодня мы с вами пришли в башню ада для того, чтобы в нее погонять. К сожалению, сегодня я одна, точнее, к счастью, потому что наконец-то я на приватном сервере, хотя это даже не мой приватный, собственно. Я просто зашла к какому-то моему другу, ну, я даже не знаю, если честно, кто это, спасибо за приватный сервер. Ребятки, сегодня мы с вами повеселимся и попробуем пройти наконец-то башню ада, потому что, насколько знают мои подписчики, я в башне ада не особо сильно хорошо играю. Просто-напросто потому, что, ну, не знаю, как-то паркур это не мое в последнее время. Я обычные паркуры могу проходить, но мне кажется, что на телефоне это сделать немножечко было бы попроще. Но здесь я постоянно сливаюсь, особенно вот такие. Мне не нравятся упражнения, а уже начинаются сложные уровни. И с этим нужно как-то, ребятки, смириться. Ну, а перед тем, как посмотреть этот видеоролик, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк под этим видеороликом, потому что... Потому что это, ребята, очень важно. И, ну, собственно, просто поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это не сложно, мне приятно. Все, ребят, давайте начинать. Я буду уже пробовать сосредотачиваться и проходить. Итак, ребята, я сейчас серьезно настроена пройти этот самый уровень. Я думаю, то, что по моему голосу вы наверняка слышите, что я максимально серьезно. Смотрите, ребятки, хоба, погнали, мы сейчас покажем этому уровню, кто здесь главный. Вот так, ребят, да, смотрите, прошла, нифига себе, если честно, сама в шоке. Уже я думала, что просто проиграю, да и все. Теперь, ребятки, вот такой вот уровень, где нужно запрыгивать на кубы. Причем они, ребята, вращаются, и запрыгнуть на них довольно сложно. Так, бабка Шоу, успокойся. Мне что-то мы сделали неправильно, и придется начинать с самого начала. Но думаю, что здесь уже проблем у нас все-таки с прохождением не возникнет, в силу того, то, что один раз, если прошли, уже проще становится. Такая вот закономерность есть, я думаю, то, что вы ее замечали. Если первый раз пройти иную, ну, любую карту, то в следующий раз пройти ее становится намного проще. Так, здесь, ребята, снова этот самый уровень, не знаю, что делать, то ли здесь нужно, нет, я не знаю, что реально делать, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду сейчас пытаться пройти, но что-то мне подсказывает, что больше первого уровня пройти у меня, к сожалению, сейчас не удастся. И нужно все-таки переходить к следующей нашей карте. Да, по-моему, это так и есть. Итак, ребята, началась новая карта, и причем она довольно интересная. Я сразу вижу какой-то прикольный паркурчик, который я, чувствуется, смогу пройти с первого раза. Наверное, мне что-то подсказывает, что смогу. Ну, просто простой, на самом деле, простой очень паркурчик. И это очень классно. Это значит то, что сегодня, ребята, башня ада, возможно, падет, и бабка Шоу сможет ее хотя бы раз в жизни пройти. Второй уровень тоже вроде не предвещает беды и пока что не такой же сложный, хотя вот этот уровень уже немножечко посложнее. Так, ждем, пока это докрутится. Ай, да как я могла вообще не допрыгнуть? Там, по-моему, вообще невозможно было не допрыгнуть. Ладно, ребята, ничего страшного, давайте заберемся еще раз. В целом, я думаю, то, что мы с вами сможем преодолеть эту башню. Пока что все довольно просто, единственное, второй уровень немножечко придется постараться. Здесь уже можно торопиться, я поняла, как это проходится. В целом, все, ребята, довольно неплохо. Только вот тут бы еще понять, каким образом допрыгивать, и вообще проблем никаких, думаю, не будет. Вот так, ребят. Отлично, теперь вот сюда прыгаем и сюда. Здесь такой же уровень, нужно подождать, пока эта колбаса проедет, и опа, допрыгнуть. Все, ребят, шик. И почти, все, отлично, до второго уровня мы поднялись, денежки зачислены, значит, все довольно неплохо. Тут же такой прикольный уровень, не знаю, как его пройти, капец. Так, ребят, как я понимаю, тут надо прыгнуть и опять прыгнуть, вау, да довольно неплохо получилось, кстати говоря. Теперь, ребята, нужно подождать, пока эта колбаса запрыгнет. Да что такое-то, а? Каким образом я так сделала? Уже прошла практически до синего уровня. Но в целом, кстати говоря, эта башня ада довольно простая, поэтому у нас есть еще 4 минуты 50 секунд для того, чтобы ее попробовать каким-то образом пройти. Ребятки, ставьте лайк, и я буду чаще приходить в башню ада и снимать для вас видеоролики в этой игре. Потому что, насколько я понимаю, в эту игру все любят играть. Еще любят играть в SCP, поэтому почаще такие видеоролики я вам снимать и буду, чтобы вам было интересно смотреть. Ну, помимо промокодов же что-то все-таки нужно делать. Как-то, ну, только промокоды было бы как-то грустно, скучно. Все, ребят, смотрите, хоба, прошла шикардос. Практически полностью я все прошла. Теперь опять запрыгиваем здесь, снова запрыгиваем сюда. И теперь каким-то образом главное не ошибиться, как в прошлый раз. Так, прыгнули. Ай, не допрыгнула. Капец, ребята. Что делать-то? Ну окей, в целом, ребята, мы с вами прошли уже до синего уровня. Это уже такой, знаете, показатель довольно высокий. Мы получили с вами 25 вот этих самых монеточек, которые, кстати говоря, что я сделала вообще? Которые я еще ни разу не тратила. И прямо сейчас мы с вами попробуем до конца пройти, потому что уровни там, как я вижу, не такие сложные, хотя зеленые платформы, которые вращаются туда
туда-сюда, и синие шары, которые телепортируются, мне абсолютно не нравятся. Возможно, ребят, не стоит торопиться, но я не знаю, поможет ли это мне, не поможет. Ну, мы попробуем. Давайте попробуем пройти не торопясь. Возможно, мы пройдем этот самый паркур, если не будем зацикливаться на скорости. Будем делать как-то вот так, аккуратненько перепрыгивать и потом делать глубокий вдох, прямо как сейчас. Оп, вот так вдохнули и пошли. Не-не-не-не-не. Ну блин, капец, не смогли. Ну ладно, еще раз попробуем. Итак, ребята, 3 минуты, начинается спидран. Спидран по нашему паркуру. Поехали побыстрее. Так, повезло, все довольно пока что неплохо у нас идет. Сюда запрыгиваем, сюда. Все, ребята, смотрите, первый уровень мы с вами прошли, но это довольно просто было, как обычно. Здесь мы тоже с вами, думаю, успеем пройти еще. Здесь сразу же свернем, вот так сделаем, вот сюда перепрыгнем. Отлично, до зеленого уровня дошли. Ну, в целом, до сюда проблем дойти никогда у нас и не возникало. Так, оп, запрыгнули. Отлично, и теперь осталось перепрыгнуть на ту сторону. Так, это сделать тоже на самом деле про... Да что такое-то? 2 минуты 20 секунд. Мне кажется, то, что мы с вами не успеем пройти этот самый паркур, хотя он был простым. Дали бы мне минут 20, я бы его точно прошла. Но что-то как-то я загнула, конечно. 20 минут. За 20 минут, конечно, любой, наверное, пройдет этот паркур. Итак, ребята, спидран. Что я сделала-то? Капец. Вот я не знаю даже, как себя обозвать-то, чтобы не расстроиться. Ну ладно, не буду никак обзывать. Лучше я себя люблю. Так, давайте мы с вами поднимемся еще сюда повыше. Вот сюда еще поднимемся. И сейчас по-быстрому попробуем пройти. Пожалуйста. Ну ладно, здесь-то в целом только дурак может слиться, наверное. Только дурачок может слиться здесь. Вот. И здесь тоже в целом только дурачки могут слиться, потому что, ну, это слишком просто. Как тут вообще можно слиться, я, если честно, не знаю. Сюда перепрыгиваем. Оп, легчайше, как говорится, для величайших. И здесь тоже нужно каким-то образом это перепрыгнуть. Давайте попробуем каким-то образом сейчас встать вовремя, перепрыгнуть, как мы это делаем обычно, и почти мы уже забрались. Итак, ребята, запрыгнула, и да, допрыгнула. Все, супер, ребята, до синего уровня мы все-таки с вами дошли. Окей, минутка у меня еще осталась. В целом, за минуту мы можем подняться еще на один уровень выше. Я, конечно, сомневаюсь, что мы пройдем его полностью, но, как говорится, попробовать стоит, почему бы и нет. Вот сюда, все хорошо, пока что неплохо, бабка шоу, главное не волнуйся. Сюда прыгаем, на маленькую, вот сюда. И теперь осталось пройти по прямой. Вот сюда. И давай, бабка шоу, чуть-чуть поднажми. Все, ребят, прошли мы до фиолетового уровня. Здесь я, если честно, уже не знаю, что делать, ладно. В целом, мы прошли довольно далеко. Сегодня 44 монетки мы уже получили за этот самый уровень. И практически полностью, ребята, мы сегодня поднялись по нашей башне. Да, это реально, ребята, круто. Можно сыграть еще один уровень, но если у нас не получится, то тогда мы просто-напросто не будем пробовать. Если сейчас уровень будет слишком сложным, то думаю, что мы оставим его на следующий раз, ребятки. Итак, ребята, начался наш отсчет. Первый уровень зелененький. Мы просто поднимаемся наверх, и кажется, здесь какой-то простейший паркур. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Подождите, куда эта штука уходит? Ясно. Снова какие-то вращающиеся уровни. Мне это не очень нравится. Ясно, это что было сейчас? Почему я карабкалась? Вообще непонятно, короче, что я сейчас делала. И куда мне нужно карабкаться, я тоже, если честно, не поняла. Ну, давайте попробуем еще раз мы туда забраться. Вообще непонятно, что за такой уровень прикольный. Он, ребята, реально какой-то странный. То есть здесь нужно, кажется, вовремя запрыгнуть и каким-то... забежать на самый верх, насколько я понимаю. Ну, сейчас попробуем. Смотрите, ребята, вот так прыгаем, бежим. Прыгаем. Хорошо, наверх забрались. О, отлично, шикарно, ребята. Да что такое? Нет, что-то я все-таки неправильно сделала. Так, здесь нужно забраться наверх, встать на верхушечку и запрыгнуть на вот эти ступеньки. Ты что делаешь-то? Ладно, у нас есть еще один шанс, мы с вами не упали, самое главное. Встаем вот сюда и теперь карабкаемся вот сюда, на наши ступеньки. Все, отлично, зеленый уровень мы прошли. Это было на самом деле проще, чем я думала. Теперь, ребят, какой-то черный уровень, и он кажется максимально простейший. Здесь просто нужно добежать до самого конца, забраться, и что, уровень уже закончен, что ли? А зачем вообще такие уровни делать простые? Все, ребят, реально мы уже забрались, и теперь красный уровень, такой же, как мы проходили и сейчас. И он тоже, ребята, очень простой. Не знаю, возможно, все-таки пройду эту башню. Ну и, ребятки, всем спасибо за просмотр. Вы находились на канале Бабка Шоу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока, легендарные внучата. Встретимся в следующем видеоролике. Пока, ребятки. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, чтобы не пропускать интересные видеоролики по Роблоксу и не только. Всем пока.